указ насильнику Свято-Успенского Человечего монастыря міста Одеси архимандриту Христофору. Визначенням нашим від 29 січня 2019 року, керуючись турботою про Святу Церкву та народ Божий, вам дається благословення тимчасово виконувати настоятельське служіння в храмі святих богоотців Іакіма і Анни і преподобного Олександра Свирського, міста Севільйон, а від Йопольського району Одеської єпархії до особливого розпорядження. Про цей дається вам указ Агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський. Отца Іова ми знаємо давно всі, і його дуже любимо і цінимо. Но ми завжди у нього черпали, щоб він нам підказав, як жити, як молитися, як, не знаю, спасатися від всього, від болезень, від всього. Дай Бог кожному зустріти в житті такого пастиря, такого наставника, такого чоловіка. Каждый день по два раза в день на работу, с работы. Это же наше место святое, намоленное. Отсюда начиналась наша церковь, отсюда начиналась батюшком Иовым. Потом, когда уже здесь холодно было, мы перебрались в ныне там тренажерный зал пансионата Савиньон. Так что отца Иова мы знаем давно все и его очень любим. И ценим. Он искренне молится за нас, и мы ему верим. Он уже сросся с нами, потому что жизнь проходит. Родилась моя внучка, он ее крестил. И я думаю, что так с Божьей помощью Бог нам поможет, что он будет с нами. Мы ему верим, его очень любим и ценим. Ставлю свечечку за нашего батюшку, вернули его обратно, потому что он очень много в Савиньоне сделал вместе с Александром Владимировичем Сачковым. Если бы не он, конечно, мы эту часовеньку построили в 2002 году. Мы сначала пригласили Сиверского монастыря, даже написала я, кто это тогда был, у меня есть отец Никифор. Он сначала посвятил землю здесь, вот это именно, что должны были закладываться эта часовенка. Потом уже мы его позвали, когда мы ее уже построили. И третий раз еще освящали, когда делали крест. Заказали мы крест, конечно, не такой, как мы могли. Мы же, у нас не было тогда денег. И вот это мы открыли часовенку до Святого Николая, до 19 декабря. Почему мы построили часовенку? Мы знали, что нам Господь Бог дал, и нам очень много помог даже участок взять. Подсказал просто Александр Сачков, и мы вот здесь построили, и мы решили, что если Бог так нам дал такое счастье в таком регионе жить, и мы построили эту часовенку. И вот так нас потом Никифор, отец нам с монастыря Иверского, посоветовал иконописца. И вот первая икона Спасителя. Это иконописец Александр, который все иконы это, на Морвокзале, в том храме, что есть там храм, и там все иконы писал этот иконописец Александр.
Мы тогда только одну иконку сделали в 2002 году, потому что у нас не было денег. А в людей просить мы не решались, потому что нам было стыдно. Мы сделали это для людей. Это люди здесь постоянно стояла часовенка открытая днем и ночью. Когда уже делали иконы в церковь, то нам зимовец вот подарил нам это, Матерь Божию и Ивана Крестителя. А уже в 17 году, даже не в 17, в 16-м наш батюшка Иов дал нам вот эту иконку Николая Чудотворца и Пантелеймона. А остальные иконки это люди принесли здесь, которые в Савиньоне живут, и они говорят, это старенькие, давайте мы поставим. Я говорю, хорошо, давайте. И вот эта часовенка постоянно была открыта, и днем, и ночью. Когда начиналось 2005, нас позвали, Александр Сачков Владимирович сказал, что давайте придет батюшка, и вы приходите, вы разрешите начинать нам с часовенки служить. И вот тогда отец Иво приезжал сюда, и батюшка еще брал с этой духовной семинарии нашей одесской, там батюшка там был монахом, и оттуда брал учеников. И такой ученик Роман, он сейчас где-то в Винницкой области уже батюшкой служит. И он тоже приходил и помогал. И как, здесь, видите, помещение маленькое. Здесь была певчая, и мы все стояли, прихожане все стояли на дороге. И мы так стояли на дороге до морозов. Это было потом наш руководитель Сачков Александр Владимирович дал нам в пансионате Савиньон, дал там помещение, и мы там служили. Служили до тех пор, пока уже не построился храм. А храм строил много, вот это давал. Ну, я не знаю, как люди, кто. Все давали. И мы давали там 200, 100, ну, сколько было. И другие, а другие побольше давали люди, которые больше имели там. И нас, если бы не наш Сачков Александр Владимирович, много вложил и вообще построили, я так думаю, это мое мнение, что он построил храм нам. И если бы не он, мы храма бы не имели. И, а наш батюшка всегда занимался этой стройкой. И постоянно получается, что он там и ночевал, и дневал, и не имел где жить. Жил вначале здесь в подвале, где этот гуртожиток или что это военный там есть. Он там жил. И застройкой занимался. И построил нам такой храм, мы очень рады. Он никогда нам не сказал ничего злого. Мы всегда к нему бежали, как к солнышку, чтобы он нам что-то сказал, чтобы нам посоветовал. Вот, батюшка, случилось такое, вот муж болеет, вот в семье такое. И все, которые приходили с детками, и все семьи. Но мы всегда у него черпали, чтобы он нам подсказал, как жить, как молиться, как, не знаю, спасаться от всего, от болезней, от всего. И сейчас такое, ну, даже я не могу, нету слов сказать, как сейчас его нету. Я даже не знаю, как быть. Все равно мы в этот храм будем ходить. И мы все православные и христиане, как нам вот здесь построили такой храм, и мы туда будем ходить. Какой бы он ни был, мы все равно будем туда ходить. Но только, знаете, как будто у нас забрали отца, и нету, семья, не знаю, распадется или что, нет. Все равно мы будем ходить, но больно, сильно больно. Если бы не он и Александр Владимирович Сачков, мы бы храма не имели. Бывало такие случаи даже, я скажу вам, ну, бывает, люди говорят, да чего вы, вот в город поедете, вот в Виверске туда. Я говорю, нет, здесь близко, мы сюда, наш родной храм. Вот, например, мы с мужем там венчались. И когда венчались, вот как это было, я даже могу фотографию показать, такое солнышко светило на нас. Если бы это что-то было какое-то неправильное в храме, то не было такого бы сяева и это всего. И не только мы, много людей он крестил. И много венчал. И все были все довольны. И вы понимаете, не было ни у кого, я не слышала, чтобы кто-то что-то говорил плохое. Не было такого. Будем за него молиться, чтобы он возвратился к нам, чтобы был с нами, потому что мы без него не можем.
и все равно будем идти в храм, потому что эти стены, эти иконы там, мы с ними от начала. И его мы храм не предадим. Более 120 кустов роз. Уже надо обрезать понемножку розы, виноград уже почки начинают дышать. Сад ждем. В прошлом году, 6 февраля, уже начали обрезку сада, так что уже сезон подтягивается. Работы очень много. Конечно же, в этом саду, наверное, созидание этого сада, вся его сущность. Он говорит всегда, девиз моей жизни, аще не созиждем дом Божий, суе, то и зря труждаемся. А дом Божий должен быть вот местом Бога на земле, садом, раем и в храме, и вокруг храма. Он очень любит сад, виноград, деревья, ухаживает за этим всем, работает и все садовые, обработку этого всего сада. Он сам в мирской жизни, у него ученая степень агронома есть, и он очень всегда этим увлекается, любит и дорожит душой за этим садом, за этой усадьбой, за этими хвойниками, за всем. Мы здесь с первых дней в Совиньоне, мы начинали в часовенке у Елены Николаевны, здесь на территории часовенка есть. Мы начинали служить молебны, маленькие деточки, которые теперь уже невесты, приезжали с папами, с мамами. С первых дней здесь вот нам показали участок, большая строительная свалка, ничего нет. Я говорю, батюшка, да что ж тут будет? Он говорит, ты посмотришь, здесь будет рай, здесь будет сад, здесь будет красота, здесь будет храм. Потому что, говорит, нам выделили этот участок, и мы с него сделаем рай. И потом началось все это, и строительство, и как-то подсолнухи сажали первые годы, потому что не было никаких экзотических красивых растений, астры, цветы, но чтобы всегда что-то было красиво, цвело. И вот так вот начинали по чуть-чуть с камешков, с уборки территории, с ям, котлованов, посадок, работали. Это трудяга он, понимаете, настоящий труженик, добрый. Он сердится в двух случаях, когда неправильно что-то на службе, и когда какое-то растение не растет, и когда мы шумим в храме. Вот это все, в основном это созидатель по своей сути, человек-созидатель, который строит храмы, который садит деревья, который вот роет колодцы. Это созидатель по своей сути, человек, добрейший человек. Человек-творец. Он очень скромный в быту и на послушаниях всех своих, и не жадный, он очень добрый, он раздает, он всех, всем все угощает, яблоками всех кормит, ягодами всех кормит, всех детей очень любит. Простой, хороший, добрый, искренний человек. Прихожане его очень любят. Это наш батюшка, наш помощник, наш советуются с ним. Все многие мужчины ходят по саду, по винограду, берут лозу, приносят растения, прививают, помогают ему в этом плане. Женщины его очень уважают, почитают как духовника, вот как человека, которому можно излить душу, рассказать о своих нуждах, о своих грехах, о своем всем. Дети его очень любят, наш батюшка, кричат и радуются всегда ему, и играют с ним. Он добрый человек, его любят люди. Ну, я
по воле судьбы учитель музыки и пения, поэтому в воскресной школе работаю с детьми в основном я. Мы с ними разговариваем на евангельские темы, мы с ними обсуждаем их житейские насущные проблемы. Их у нас в этом году 13 человек. Они все очень добрые, счастливые, любят наш круг общения, любят наши чаепития, любят наши рукоделия. Вот они очень ждут эту воскресную школу. И мы одна семья, мы вот садимся все, мальчики справа, девочки слева, мы учим молитвы, они любят очень, кто наперекор первый будет молиться, учим молитвы, Божьи законы, заповеди. Это непередаваемо, это воскресная школа, это вообще рай, в этом что есть. Он приходит, он их всех благословляет, они ему жалуются, рассказывают, он беседует с ними, он их учит молитвам, он поправляет им пальцы, как правильно креститься, он их заставляет их учить веру и заставляет их участвовать в панихиде, петь панихиду красиво, петь «Святый Боже», «Отче наш», они очень ждут, «Добрый батюшка», они всегда его любят и всегда о нем только так. Они вот любят бороду ему погладить, они обнять его любят, прижаться к нему, как дети, руки ему целуют. Это общение детей со священником, это общение детей с Богом. Они ангелы, они чистые, они чувствуют светлую душу. Подарки у нас обязательно. В каждое воскресенье, когда приносят люди угощения, на панихиду он угощает их. На Новый год, на День Святого Николая, яблоки, виноград, ягоды. Это все в неизмеримом количестве, много и много детям. Малину замороженную, если кто-то приболел, батюшка обязательно угощает, раздает. Вот мы насобирали себе абрикосы, персики, все это все детям. А кому? Они говорят, что батюшки самые вкусные яблоки. А вообще до того они говорили, что яблоки растут в Таврии. А теперь они знают, что они растут у батюшки в саду. Вот так вот у нас. Да, и хлебушек они любят, булочки. Вот как-то они ему приносят конфеты, угощают его. Так, это, я не знаю, с детьми это лучший вид общения. Это общение с детьми, всем. Взрослым, нам. Это... У них есть чему учиться. Доброте, ласке, милосердию. И они нас учат, а не мы их. Доброта. Прежде всего, доброта, искренность, открытость к людям. И потом незлобивость. Он никогда не таит злобы, не запоминает незлобивость. Доброта и искренность. Открытость души. Я его знаю очень много лет. Цебриковы Великомихайловского района. Это был его первый приход, он там служил у нас. Построил нам храм двухпрестольный, каменный, в честь святителя Николая и Почаевской иконы Божией Матери. Владыка Агафангел приезжал, освящал. У нас такого праздника в деревне никогда не было. У нас храма там никогда не было. А он нам создал такую красоту, которого в области не найдешь краше. Мы благодарны ему до сих пор, все жители села передают ему поклоны, записочки передают, чтобы он помолился о нем. Приезжают сюда к нам на праздники престольные, на храм, нас приглашают туда. То есть дай ему Бог здоровья за это, много ему благое лето. И его, наверное, нарекли в честь Почаевской иконы Божией Матери Иовом Почаевским, в честь Иова Почаевского. А я всегда говорю, батюшка, Иов многостроящийся. Он любит стройку, он любит работу, труд, созидание. Дай Бог каждому встретить в жизни такого пастыря, такого наставника, такого человека.